пригласить, ну как бы не одна отдуваться за всех, а пригласить всех родителей и подойти к своим детям, сейчас буду объявлять, и мы все выразим свою благодарность и будем просить извинения во всех учителей. Вот я буду называть детей, а если кто-то своего ребенка узнает, вы, пожалуйста, выходите и знаете своего ребенка. Так, первый у нас ребенок такой. Вот будущий финансовый директор, экономист по образованию будущий, мамина радость и гордость, золотой голос школы. Кто это? Настя. Мама, попросим к ребенку. Будущий директор завода, его любимая музыка рок, общизненный, открытый, кликуха Тяман. Нам подходите к ребенку, знали. Будущий врач-химик, родилась в деревне Десновая, улыбчивая, общительная, готова всегда прийти на помощь. Кто это? Нет, это мне семейник Мария. Это. Его кумир Фернандо Торрес. Футбол он играть уже умеет. Ему осталось выучить английский язык, и контракт с командой Челси ему обеспечен. Девушки считали его самым видным парнем в школе. Кликуха Чикатило. Вот скажите, мама, если узнали ребенка. Не узнали. Бедный ребенок. Помощница, хозяйка, старшая сестра, воспитатель своих братьев, послушная девушка. Кто это? Даша. Лепницкая Даша. Шансы поступления в вуз у него железобетонные. С такими баллами по белорусскому грех не поступать. Мамин первый помощник, руководящая работа ему обеспечена. Не зря одноклассники к нему обращаются, Олегович. Даркасский Дима. Будущий креативный мастер, специалист по прическам, золотые ручки класса, вяжет, печет. Кто это? Петрова Ирина. Хозяйственный парень, помощник родителям во всем, хороший химик, ему нравится армейская выправка, одноклассники называют Леха. Умная, высокая, боевая, с первого класса строит всех ребят. Форма таможенника ей, пожалуй, подойдет. Жданкевич Алина. Юморист, смехом мог сорвать урок. Технарь по призванию, кликуха Тайлер. Очень трудолюбивая девушка. Мама говорит, что бы я без нее делала, пропала бы. И имя ее красивое – Марина. Бодрилович Марина. У него очень красивые глаза, уравновешенный, спокойный. Технарь по натуре. Одноклассники присвоили псевдоним – Сейлы. Она очень хорошо рисует. Будущий, наверное, дизайнер. Мамина помощница. Хомяк Даша. Этот молодой человек хорошо рисует, как все любят машины, мотоциклы. Его родственники были, наверное, знатными людьми, и не называли бы его одноклассники князь. Эти родители постарались, чтобы в нашем классе их было двое. Один целеустремленный, старательный, другой тихий юморист, классный чертежник, качок. Скура, Дима и Женя. Спортсмен, неоднократно победитель спортивных состязаний. Технарь по натуре. Кликуха Ратвин. Раткевич Леша. Создавал маленькие проблемы в родной школе, обещал исправиться. Будучи лучший механизатор района. Негодько Максим. Спортсмен-многоборец. Покоритель женских сердец номер один. Кликуха Кучеравый. Мишук Денис. Стеснительный. Хотя по кликухе грех так и не скажешь. Наверное, поэтому покоритель женских сердец номер два. Гришан Паша. Учеба не его конек. С 10 месяцев он на велосипеде детском. С 6 лет на мопеде. Андрей Васильевич, даже не слушайте. С 10 лет на автомобиле легковом, с 16 на грузовом.
Если у него такая слабость играть в футбол возле окон школы, иногда эти стекла влетают вместе с мячом. Я ставила сама эти окна, знаю. И мы теперь хотим сказать одним словом, поздравить всех учителей. Спасибо. Поздравить всех учителей и выразить им свою благодарность и попросить прощения с наших детей. Может, они когда-то доставляли вам неприятности, испортили вам нервы. Мы хотим вам сказать такое поздравление 3-4. Спасибо! Но это еще не все. Вот, Стронга исполнит песню. Исполнит песню. Песня будет исполняться впервые нашим составом. Со школьного двора под звуки нестареющего вальса учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдешь со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться, но как забыть звончей звонка копель и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыто. We'll be right back.